Всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба, привет. Сегодня у нас 16 мая, 18 год. Будем строить теплицу Легенда, шириной 3, длиной 4 метра. С грядками, с автоматами, с баками. Все будет в ней. Каркас у нас стоит. Закрепили его окончательно к брусу. Сейчас начнем крыть поликарбонатом. Сначала стены, потом крыша. Теплица у нас полностью покрыта. Осталось дело за малым. Прокрутить немного термошайб, установить форточный блок. Грядку, подвязку и затащить бак. Завершился монтаж теплицы Легенда. Шириной 3, длиной 4 метра. Пойдем смотреть. С одного торца у нас разрезная дверь форточка. Заключим, зацепим. А с другого торца у нас установлена форточка торцевая. Торцевая форточка имеет систему термоприводов, то есть она открывается в автоматическом режиме, об этом поподробнее чуть позже. Сам каркас сделан из профильной трубы 40 на 40, окраска полимерно-порошковым способом. Система подвязки над каждой грядкой и грядки. Грядки, скажем так, сложной формы. Когда присыпется землей, все это будет очень красиво смотреться. Пока что голый каркас. Кстати, обращаю внимание, грядки сделаны из профилированного металла. Окрашены тоже полимерно-порошковым способом. Грядки можно сделать любой конфигурации, любых размеров, под заказ. И самые узенькие, и самые широкие, без разницы. Можно как отдельно стоящие, так и вот такой вот сложной формы, которая занимает все пространство теплицы. Скажем так, идут змейкой. Емкость Т500, что означает, что она вмещает 500 литров воды, пол куба, ребята. Выглядит компактно, стоит на специальной подставочке. Подставочка из трубы 20 на 20, покрашена полимерно-порошковым способом. Емкость имеет врезку, 3 четверти и кран. Сверху заливная горловина. Пусто. Воды пока нет. Теперь о форточке. Термопривод ДВ, что означает дверной. Сейчас он отцеплен. Форточка закрыта на шпингалет. Клиент уже будет решать. А вообще, вот он. Берем его. Открываем. Ставим на шарик. Все, он начал работать.
теплица нагрелась, поэтому он вытянулся уже, приоткрывает форточку. Когда его отцепят, форточку можно будет закрывать на шпингалет. Оп. Все, толкатель вернул форточку в закрытое положение. Поликарбонат у данной теплицы установили один из самых лучших, 4 мм, 0,8 плотность. Торцы защитили торцевым профилем. Еще одна изюминка. На данную теплицу можно установить форточный блок, который будет оснащен также термоприводами. Вот, где светит солнышко, кстати, термопривод уже начал работать. Зайдем с другой стороны, чтобы не слепить. Термопривод толкает, пружина возвращает, когда термопривод начинает остывать. Теплица у нас стоит на брусе. Брус 100 на 100, пропитан антисептиком, закреплен к земле с помощью колышков. На этом все. Ставим пальцы вверх. Задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.